Добрый день, уважаемые зрители, гости, подписчики моего канала. Наконец-то довязалась пряжа розовый жепчик следочки. Следочки у меня это для девушек и женщин. Здесь у меня окантовочка цвета сирени, пряжа розовый жемчуг акриловый. Аккуратная квадратная пяточка. От пяточки до мысочка вязала лицевой гладью. Закрытие мысочка на 4. Вот такие вот у меня получились следочки. Вот так выглядит с лицевой стороны мой следочек. Вот так вот он выглядит с изнаночной. Здесь у меня аккуратные изнаночные петли. Вот такие вот замечательные следочки из пряжи розовый жемчуг у меня получились. Друзья, подпишитесь на мой канал, поддержите мой канал лайком. До скорой встречи в новом видео. С вами была Алина. Надеюсь, мое видео вам понравилось.